Всем привет, ребята! На связи медиашкола Телешко. Софина, круто сегодня выглядишь. Готова к этой осени? Спасибо, Денис. Конечно, готова. И ребята, кстати, тоже. Мы подготовили для наших зрителей очень много интересного для этой осени. Так чего же мы ждем? Давайте смотреть. А сейчас будет мега крутой переход. Ну, начинается депрессивная пора. Школа уже успела надоесть. Опять одевать эти колготки под джинсы. И ничего нового в жизни не происходит. Соцсети иногда бывают полезными. Вот ты говоришь, что тебе все надоело. У меня есть для тебя идея. Ну и какая же? У тебя сохранились фотки с этого лета? Ну да, есть. А зачем? Доставай скорее, сейчас будем творить. Вау, как круто получилось! И так просто, ребята, каждый из вас может сделать это дома. Этой осенью ваш коллаж точно будет радовать и согревать вас. Как вы знаете, в нашей школе Телешко нас обучают, как правильно снимать крутые видео, делать монтаж и делить своим контентом. Сейчас мы поделимся некоторыми лайфхаками, которые вы можете снять этой осенью. Во-первых, обязательно выходите на улицу, ведь осенью такая красота, все в ярких красках. Обязательно быть на фоне огненно-красных листьев. Во-вторых, возьмите с собой друга и пусть вы снимаете его, а потом он вас. И тогда вам будет не только... Не весело. Во-вторых, возьмите с собой друга и пусть вы... Снимайте его, а потом он вас. И тогда вам не будет скучно, а даже весело. И в-третьих, выберите любую песню, которая сильно вам запала в душу. И снимайте под нее видео. Например, как вы прогуливаетесь по улице или просто как дурачитесь. Не бойтесь выражать себя и свои эмоции. У вас все получится. Удачи! Знали ли вы, что осенью деревья начинают опадать листья, потому что дневная и ночная температура снижается? Мокрые листья могут стать причиной ДТП. Это связано с тем, что тормозной путь автотранспорта увеличивается в несколько раз. Поэтому, уважаемые водители, будьте внимательны при вождении автомобиля. Как и пешеходы, внимательно смотрите по сторонам. Если вы еще не начали активно готовиться к осени, то время начать. А именно укреплять свой иммунитет. Ведь именно осенью мы подвержены различным вирусам. Первый способ обезопасить себя – это делать зарядку по утрам. Достаточно 10 минут, но каждый день. Второй способ – обязательно есть много фруктов. Например, апельсины или киви, еще виноград. Сейчас как раз сезон. Берегите себя и позаботьтесь о своих близких. А с вами были новостята. Проведите эту осень ярко и позитивно. А еще подписывайтесь на наши соцсети и следите за новостями Телешко. Скоро увидимся. Всем пока!